Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы с вами поговорим про обновление, которое нас ожидает. Они странным образом, как обычно, добавляют по чуть-чуть инфы. В общем, была первая картинка, я вам рассказывала за нее. Вояж капитана Дрейка. Сейчас я даже зайду на английский Facebook. Там инфа была. That Drake is coming home for Christmas, то есть Дрейк возвращается на Рождество, но он увидел монстров на земле. В общем, он их будет убивать. Сейчас я найду эту картинку, где-то она у меня должна быть. Вот она. Что с картинки видно? Что как бы вроде и новая локация, монстр. Вот так вот все оно выглядело. На тайванском форуме, ну, на английском, сейчас и на многих форумах запустили, что вы хотите видеть в изменениях. То есть, по сути, там добавление новых монстров. Скорее всего, здесь писали, что это новая локация. Я делал уже видос по этому поводу. И вчера выходит дополнительно новая картинка. Сейчас ее тоже загружу. Вот так вот, вояж номер 2. Что у нас здесь? То есть он уже непонятно. Вот вояж номер 2, что они под ней написали. Сейчас я тоже прочитаю. Так, оказалось, там больше монстров, чем Дрейк ожидал. Что же делать? Getting right about the monster, just keep coming. Блин, не знаю, знаете, у меня такое ощущение, что это, возможно, будет то ли волна, то ли что, или нашествие какое-то монстров. В общем, судя по этим двум картинкам, ну, если посмотреть, это то же самое, что и волны, то есть одна волна, потом на следующую больше прибыла, ну не знаю. Если так разобраться, ну на первой картинке у нас один, на второй у нас уже 4 монстра. Там показывается, что он троих убивает, и они прибывают еще. В общем, он не знает, что же делать. Не знаю, очень много было фейков по поводу новой волны, но ее так и не добавили в этом обновлении. Возможно, вот в следующем как раз таки ее добавят. Но они очень странно спрашивают про монстров, каких монстров вам куда добавить, где улучшить, хотя это по сути ничего в игре не поменяет. По локациям лучше бы они локации поменяли, а не количество монстров. Монстров и так хватает, и усилений на некоторых локациях более чем достаточно. В общем, не знаю, вот очень интересно, или это новая волна все-таки будет, или же это будет новая локация, так как обещали, ну, написали, что new location, то есть новая локация. Сейчас я гляну где-то на тайванском форуме, вспомним инфу былую, голосование на новом уровне. Так, понятно. Так. Хрен толком найдешь. Тут, конечно, такие темы на этом на тайванском форуме. Зайдите, почитайте, переведите, будете улыбаться тоже. Так, часто привязки. Блин, что-то толком найти. Вообще нереально. Вот она начала.
Всем привет, я только начал играть в Castle Clash. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Жесть. Отвечает Уза, молчает. Сожги мою страсть, пока он не сгорит. Приветствую новых игроков, желаю вам счастливой игры. Ага, конечно, ребята, знали бы вы, куда вы попали. Так, блин, не могу найти. Сейчас я в области данных поищу. Или оно удалено. Блин. Сейчас, ребят, секунду. Как же оно там называлось? Castle TD. Вот так вот. Вот этот топик. Что у нас тут пишется? Новый геймплей Castle TD. Возможно, это будет новая локация наподобие, на, вот даже написано, император призвал лорда, отправил сильного героя отразить нападение монстра, похожее на приливе, поможет с ней решить большой кризис. То есть, скорее всего, это будет локация как волны, как пришествие монстров, что-то в этом роде, потому что других вариантов просто уже нет. Волну бы они так не объявляли, думаю, а вот новую локацию наподобие чего-то предыдущего сделать они могут. Не факт, что оно будет нормальное. Как обычно, они завозят в игру всякую срань. Честно говоря, уже мне уже надоело вот каждую обнову проходить определенную дичь на примере Запределье, которое вроде ты и вложил дофига бабла, и у тебя топовые герои, и ты ни хрена сделать не можешь, как бы ты ни менял, ни перекачивал героев, ты понимаешь, что не состыковка именно со стороны IGG, потому что они сделали такое усиление. Я представляю, а что будет на 6 миллионов? Я не знаю, кто, конечно, туда дойдет, кто будет играть до такой силы. Ну, конечно, ребята есть, которые будут дротить, я-то вряд ли буду этим заниматься, потому что это уже бред, это, ну, бессмысленно. Но это IGG, тут ничего удивительного, вместо того, чтобы переделать локации, которые есть, сделать их более интересными для игроков и с возможностью прохождения для всех, для донатов, без донатов, там с определенными какими-то плюхами, они делают такие локации, которые не могут пройти ни донаты нормально, не без донаты. Конечно, есть ребята, я тоже показывал у себя на аккаунтах. Все зависит от силы, но с другой стороны, ты играешь в игру, ты должен развиваться, но тут тебе придется ступориться, потому что ты не можешь пройти определенную локацию. И они вводят лучше плюхи за большую силу. Та же самая битва гильдий. Там чем больше силы, тем больше плюх. Ну, опять же, это такие условные плюхи. Но получается, тебе не надо качать силу, потому что ты не можешь пройти определенные локации, такие как лабиринт, такие как запределье, то есть они не фармятся. Введены волны, которые, ну, просто бешеные, скорее всего, введут новые левела скинов зданий, либо левела подымут, потому что очень много, ребят, очень много молотков начали продавать, и скорее всего, возможно, это будет связано и с тем, что многие жалуются на битву гильдий, то, что здание разбивается. Битва гильдий вообще не актуальна, проходится любыми героями, любые расты, что бы ты ни делал, но все проходится, поэтому скорее всего, возможно, в связи с этим нам увеличат здание левел. Ну, это опять же, это догадки, хотя что тут сомневаться. По-любому увеличат, если скины героев увеличили, то увеличат уже и левел скинов зданий. И, соответственно, без донаты будут еще хуже реагировать на это все, потому что они не смогут проходить
топовые расты, и это печально. Ну, в общем, посмотрим. Ждем обнову. Думаю, на следующей неделе она будет. Будет интересно. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.